Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия в иллюстрациях. Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карлсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Установление вечери Господней. Когда же настал вечер, он возлег с 12 учениками. И когда они ели, сказал: «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Они весьма печалились и начали говорить ему, каждый из них: «Не я ли, Господи?» Он же сказал в ответ: «Опустивший со мной руку у блюда, этот предаст меня. Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о нем, но горе тому человеку, которому Сын Человеческий предается. Лучше было бы этому человеку не родиться». При сём и Иуда, предающий его, сказал: «Не я ли, Рави?» Иисус говорит ему: «Ты сказал». И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая в оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». Текст по книге «Библия в иллюстрациях. Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карлсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Пока, пока, до свидания.